Несколько сотен борцов в одном зале. Каждый из них представляет свою школу. Ранее этот турнир называли открытым чемпионатом Улан-Удэ, но с недавних пор он носит имя многократного чемпиона Сурдолимпиады и Всемирных игр глухих Андрея Захряпина. Мы проводим эти турниры, чтобы поддержать молодых борцов в постоянно хорошей форме. Самое главное, чтобы ребята росли. Этот турнир проводят еще с 90-х годов, и на нем не собирают именитых борцов. Об участниках этого соревнования вы не услышите в спортивных новостях. Но зато этот турнир может стать своего рода трамплином на более серьезный уровень. По положению изначально было задумано так, чтобы приняли в этом турнире участие кандидаты мастера спорта. То есть имеющие разряды ниже мастеров спорта. Мастера спорта здесь не допускается. Поэтому здесь участвуют молодые перспективные борцы. Турнир сильный, соперники тоже сильные. Нельзя никого недооценивать. Будам Унхоев, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.